Что, ждем Серега? Да. Чего ты так на меня смотришь? Сказать мне что? Про что? Ты проснулась с ксеноморфом на лице. Я же сказала, эта штука... Что, я пропустил? Со мной все ничего. Правильно. Существо было как бы костяное, белого цвета. Вы почти полный. Вообще нормально, да? Да? Да, у меня горло поваливает, но у меня все в норме, честно. Ну, ты в шапочке. Отлично, я в шапочке. Откуда ты знаешь? Так, мы вас кинем. Ствол будешь менять? Я в шапочке. Ствол, говорю, будешь менять в шапочке? Да нет, мне, кстати, эта тусовка понравилась. Мерзость. Огнемет тут на подствольник, да, на F? Да-да. Тут неподалеку есть колония, надежда Хартли. Мне больше нравится, но или что там от нее осталось. Как карабин стреляет. Наши коротковолновые передачи здесь ни хрена не ловят. Надо найти тех, кому удалось выбраться. У меня другой кикс, и мне это вообще восстанет. Он ваншотит чужого в голову с одного выстрела. Судя по всему, атмосферный процессор взорвался, как бомба. У меня все патроны кончились. Не очень-то обнадеживающе. Когда кончились, если у тебя все целое, сейчас взорвало. Ну, я пока не могу посмотреть. Сэр, не хотите поговорить о том, что произошло с вами? Похоже, что колониальная морская пехота Соединенных Штатов вступила в войну с Вейланд-Ютой. Честно, что-нибудь побежали. Это обломки корабля сыпят? Чего? Обломки корабля сыпят? Ну да, там что-нибудь такое. Никогда не задавался этим вопросом, честно. Ну, да. Я не помню, здесь есть жетоны какие-нибудь. Нет, здесь вообще здесь ничего нет, я здесь все обладал. То же, что и всем. Сюда отправились два отряда морской. Ну, смотри, вот эта хрень, видишь, которая? Была в фильме, вот она. Ну вот этот тягачик там, который авиационный, я же рассказывал. По прибытии на Фьюри 161 они были в заморозке. Мы должны поверить, что люди Вейланда привели корабль сюда? Зачем? Особенно помнишь, это первый раз его показывали, когда он выезжает с этого с звездолета да. Под такую барабанную дробь, то он вот так вот. Остатки от этой станции. Надежда Хадли, да. А вот сейчас вот именно будет та обстановка, когда они вот вошли первый раз туда вовнутрь. Даже знать не хочу, что это было. Слушай, вообще атмосферная игра очень. Может, Надежда Хадли выглядит. Ну, заходи, смотри. Она может нас спасти. Теперь даже двери тебе открыл. Нам еще нужно собрать. Фонарик даже включи, чтобы все было видно, лучше. Айс. Здесь никого сейчас не будет. Вижу запись прямо лево. Да, есть. Он здесь в комнате на ночь. Где, смотри. А, ты, кстати, я думал, ты пробежал. Вот он. Угу. Я сзади тебя. Справа от входа. Вон, где я стою. Да, я обещала больше не просить денег, но мне нужно. Нам нужно вернуться домой. Прожжённые кислотой полы. Не, вон там какой-то значок отображается, квадратный. Я думала, что она не видела, но она тут. Квадратный? Шестиугольный? Да. Шестиугольный, да. А, ну это задание, это мы туда придем еще. А, окей. А, ну да, вон центр управления, да-да. Должно, по идее, еще отображаться оружие редкое. Оно, по-моему, желтый. Вот я не помню, какой значок, да, но он, по-моему, желтый должен быть значок. Движение. Есть еще очково, когда ты бегаешь этих, блин, в одного там поднимаешь, да, Серег? Поначалу. Там одного придавило, второй там где-то в какой-то комнате сидел, ты спасаешь этих мобилов. Да, ну да, там эти... Когда датчики движения, когда... Да. Так я попутно задание, что нужно в рукопашную их забить. Я там замучился. Как раз такое место, помнишь, они из-под пола вылазят? Да, да. Как раз их удобно валить там. Ну, блин, меня съедали только так. Да, там задание убить в одной там главе, типа,
ближний бой потеряли. Так, сейчас скажу. На Escape нажимаешь, и у тебя вот справа три полоски. Штурмовик, супергерой, мутация. Вот, по-моему, штурмовик это компания. Подожди, я сейчас смогу модификацию другую поставить, да? Или нет? Или нет? Модификация оружия. Ну, вот снарягу. Положи чехол с смартгана на стол. Уинтер, поработай с терминалом, постарайся запитать стол. Escape, модификация оружия, вот оно все есть. А это, Вик, вот эти вот задания выполняешь? У нет, тебя снаряги, новый персонаж. Снаряги именно. Я хочу гранаты какой другие поставить. Так, все сюда. Мы с электрошоковой стояли. Займемся диагностикой всех перезагружаемых систем. Так как гранаты ты можешь на Б поменять, что че? На Б, на гранат нажимаешь, вот они все у тебя. Ёпта. Вот она, зажигательная, моя любимая. Остынь, умник. Вы с Уинтером зачистите территорию, расставите датчики. В общем, Вик, задание выполняешь, раскраска для оружия, модификации, опыта дают, новые персонажи. Ну так, если их выполнять, то есть прокачаешься быстро достаточно. Не понял, капитан назвал меня умником? Так точно, умник. Разделаемся с датчиками побыстрее. Понимаю. Но они защитятся. Никак. Они сами пошли, да, точно. Пилот и это дура. Вот, включай. Да, да, сейчас вот сейчас в эту хрень устанавливаюсь. Потом мы вернемся обратно, потом Миша, они тут все будут бегать. Датчик установлен. Будешь их валить. Чуть понял. Осталось еще 4. Ладно. Наши победят. В итоге да. Так, второй датчик стоит и уже работает. Понял, Уинтер. Можете продолжать. Потом. Блин. С балерием серый. Все, все, молчим. Магазины пустые. Ни одного патрона. Да пойдем, что ты хыкаешь? Пойдем за дамой. Пусть она сама включается. Короче, ты два проебала по пути. Назад. Миша, можешь подключить третий датчик. Прием. Понял. Связь с третьим датчиком установлена. Все, ко мне, кстати, ЛСУ не нравится, не коллиматор больше калывается. Похоже, четвертый датчик работает. Ну, мне вообще он не нравился. Я раньше либо от бедра стрелял, либо ну просто обычный прицел ставил. А потом, когда вот на этом на супергерое, где толком не прицелишься, точнее, где нету перекрестия, если он работает, там уже некуда деваться. Коллиматор он дергается сильно. Да нет, в принципе, нормально. Энергии. Уинтер, О'Нил, датчик в морге вырубился. Выясните, что там произошло, и возвращайтесь в центр управления. Конец связи. Нашла еще один джета. Молодец. А где морг? Обратно возвращаемся. Эти турельки помнишь из фильма? Ну, само собой, конечно. Я его наизусть знаю, весь абсолютно. А я и не тебя спрашивал. А я и не знаю. Я знаю, что говорю. Ты наизусть знаешь. Ты всем? И прохожим? Кстати, снимаю два новых чужих. Один продолжает как пятую часть, ну после четвертой где-то Сигурни Уивер снималась. А второй как Прометей 2 будет. Как второй? Ну, Прометей 2, считай, ну, как-то, ну, то есть, события после Прометея, видимо. Да-да-да, читала. Иди. Вроде бы заманили уже и Сигурни Уивер, и этого Хиггса. Искали на роль вот этой девчонки, которую... Нет? Да,
Ее ж вроде как замочили. Ребекка Джордан. А, вроде как ее, ну, раз ищет актрису, значит, видимо, не до конца ее замочили. Не, ну ее ж проткнуло в третьей части, а это. Не, она задохнулась, или будем обратно в третьей части. Она там приземлилась, по-моему. А, да, Хиггса проткнула, а она задохнулась. Да, да. Вот у нас пулеметчик, они офигенно. Стыд на меня смотрит, идиот. Я так с ним намучился, как раз когда выполнял здесь задание. Ой, вот, да это олень! На ближний бой. Я их бью, зараза. Ну, а он добивает, сволочь. И мне ничего не зачисляется. Я уже как-то его там обманул, куда-то увел. Он там застопорился. А Mass Effect на 17-й год перепили. Да, все-таки есть такая хрень. Да. Как минимум на первый квартал, то есть с зимы по весну 17-го. Там же два человека ушли, центровые, ну одни из. Сценаристы, еще кто-то. Так что там, что получится, неизвестно. Сейчас из пистолета попасть выстрелил. Вот здесь стоят. Чикит неубиваемый. Сейчас мы здесь отбиваться. Вопрос только, почему сразу нельзя было турели поставить? Этот сейчас хер отключает, блин. Скользкие гаденыши, да? Уинтер, на твоей картинке я видел старую турель. Помнишь точно, где она стоит? Помню, сэр. А, ну логично, он не знал, что это там. Миша, попочка. Одна была в центральной. Обратно затрали? Не, здесь стоим. Почему? Он здесь... пока загружает, мы отбиваемся. Мы за турель. Пошли посмотрим. Турель же вон отображается. А, просто да, это я. Это мы поставим и потом будем отбиваться. Тащи давай. Возвращаемся. Я тебя прикрою. Турели носишь. Да-да-да. Осилится турель. Поберегись. А где ее ставить? Посередине? Уинтер, поставь турель рядом с боеприпасом. Вот где стоит, где тут видно, видишь? Силуэт. Вон, смотри, они вот снизу будут нападать со всех сторон. Вот эту площадку мы будем оборонять. Если с тылу не будут нападать. Ну тут посередине лучше стоять. Да если бы так нападали, то турелька бы вообще не помогла бы, блядь. Турель не в ту сторону маленько смотрит. Хер на неё. Нам больше достанется пострелять. Тоже правильно. Падла.
зарево. Сейчас сдох. Я смерт! Слушай, убиваем. Собирайтесь. Когда мы подключили пищеблок, генератор отрубился. Что там, куда посмотрите? Итак, получить приказы у Кортеза. А, сейчас что-то этот сварганшу и возьму. Да. Да. Бери. О'Нил, Уинтер, возьмите с собой смартган. Найдите девчонок. Двигайтесь по тоннелю, выйдите прямо к радиовышке. Усекли? Сейчас там ящик откроют. О, Ксен лежит дохлый, смотри, вот. Ну, забирай, Вик. Ты вот тут у меня. Лежит. Так точно, сэр. Выход, побежали. Угу. Он с датчиком движения, да? Он да, автоматически. Он самонаводящийся. Да. Если они далеко, то так, очередями стреляй. А если близко, то уж на полную. Может, махнешься, это точно. Ва? Чего мало? Под ней, говорю, мало. А, ничего страшного, под ней, блин. Так тебе никто не подойдет, я вон турельку тащу. Опа. Ну, так, сейчас она походу... Опа, а, нет. Я упала. Ну, то, что ты здесь жетонов не увидишь, это, конечно, да. Это здесь же будет, по-моему, немножко. Уже, да, ствол, что ли. Или нет? Ничего. Блин, сейчас, по-моему, я в лифт не зайду с ней. Очень легко. Давай. А, не. О, сейчас здесь будет, да, жопа. Хорошо, что я его взял. Смотри, пулеметик. Все ставлю. Готовьтесь к неприятностям. Стоим пока. Блин. Пусть этот придурок вперед идет. Молчанец. А чё турик-то не работает? Они здесь просто всегда будут сейчас появляться и всё. Нифига. А. Потом начнут. А вот здесь можно отстрелять пока. Ну, по крайней мере, они, если будут всегда появляться, то реже и реже. Потому что я помню, я стоял сначала, отбивался от них. Давайте их кто-нибудь вперёд идите, потом сзади снова турик. Здесь дерешь. Все, кончились патроны. Вот жетон, смотри. Вперед идем, да? Да. В туннеле противник. Есть новости от Беллы или Лизы? Это 2-1. Я кто-нибудь слышит? Тут тоже неудобно, что-то за углом будет. Ну, падла, выскочил, ловит его. Сейчас, по-моему, и сзади попробую, помню. А, нас охотится, может. Сзади чисто. Это прикинь, тут вот на в одного-то идти, да? Да ты прикидывай. Патроны кончились. Все, патроники, две штуки. Так, у меня снова закончилось. Сейчас вот здесь люркер, кстати, будет. Так, смотри, давай сюда пройдем. Подожди, слева не спускайся налево. Сюда пройдем, посмотрим.
Я не помню. А, здесь тоже можно спуститься. Здесь спустимся или там? Какая разница? Смотри, куда это мы попали. Здесь. Да, сейчас он здесь будет. Очень опасное. Ну, смотри. Оружие к бою, но стрелять только в крайнем случае. Внимание, люркер! Люркер, это привон? Нет, не. Что этот охотник? Вот он, вижу его. Ну, замучишься здесь валить в одного, блин. Че, минус один? Вот иди, побегай там, все какой-нибудь напрессует там. Вижу еще одного. Да что ж, не успеваю, зараза, быстрее сюда. Да, это падла быстрая такая. Чё? Уинтер, О'Нил, слышите меня? Бишоп усилил коротковолновый передатчик, слышите? Так точно, слышим вас. Сигнал все равно слабый, но мы рады слышать вас, сэр. Вас понял, 2-1. Мы следим за вами. Вы примерно в 30 метрах от лифта. Вас понял, сэр. А, это сейчас будет, когда, да, они упадут? Что-то не так. Ну, честно, за не мной. Помню. Да-да-да-да, сейчас вот схватят здесь. Да-да-да. Не спойлери. А, давай спускайся, иди вперед, вперед, вперед. Я смотрю эти. Ты уже когда говоришь вперед, вперед, иди спускайся, уже понятно, что сейчас что-то будет. Да не, сюда так даже там, если ничего нету. Открываю. Ну тебе точно что-то будет. Сейчас же ничего не было. Это там все нормально, прям забегай, все, мы за тобой. Фонарики не работают. Ой-ой-ой! Кудражный! У тебя пистолет Гормана найден? Да. Да. Сейчас будет весело. А ты когда успела найти его? Он только что вот лежал на столе. А, понял. А нам ничего не сказал. У нас-то его нет. У вас его нет? Ну да. Ну потому что мы давно нашли уже его. Что теперь? Бойся. Ты чего ты хотел? Смотри, оружие прокачалось. Что там? А, потом. А я сейчас еще будем просто ходить. А, это я очухалась, короче, на этом. Смотри, смотри, да-да-да. А я опять, по-моему, без шапочки. Твою мать. Красавчик, да? Ну да, я снова без шапочки. Давай! Ну я точно не как. Это радует. Это мы с Серегиными глазами все видим. Он же командир у нас. Теперь как его звать-то? Ой, Серег, не в шапочке. У меня проблемы, я не знаю, где я. Хожу. А ты с Айкигазом опять. Ну что, иди давай, ходи, все. Ну видишь, тут нет ни датчика движения, ничего вообще нет. Я сам только что расстрелял патроны по этим гадам. А, без датчиков движения. Ну да, я не хочу одного проходить это дело. Сейчас. Зашел.
Да, да. Кепочки свои. Шапочка, шапочка. Да, да. Шапочка. Иди шапочкой. Красная шапочка, да, иди. А, без оружия, без ничего? Да, это же... Да. А никак. Бегай? Нет, просто тихо двигаться, они... Сейчас лапу чужие. Дурак! Он страшный! Здесь сюда же надо вот под полы эти, блин, быстрее, быстрее! Так ты быстрее. Сука, сложи. Вы у меня оба. Вы у меня оба завис, во. Фу, блин. А тут в конце потом надо будет убивать, слышь? Надо будет убегать потом в конце. Вот это будет жесть. Я говорю, в одного это вообще... О, опять же здесь будет. Приходи дальше, он сейчас просто будет панику наводить. Кошмарить? Да, кошмарить. Куда мы все умрем? Что, где-то еще здесь вылезет? По-тихому можно, да? Конечно. Но от него ты не смоешься. Сейчас, давай, дай, иди. Давай, блин! Почему у него лицо такое, как черепушка? Это же третья часть. А, это которая из этого вылез? С человека? Да. Или четвертая? А, да, это четвертая, четвертая часть. Ну так там он один был, вроде его и прибили. Ну, в самом конце родился ж. Ну, так его и прибили там, он же в космос вытек. Ну да. Да иди ты, блин, быстрее. Я боюсь. А в одного, прикинь, как выход можно потрещать. Вот сейчас, да, быстрее, вот сюда, быстрее, сюда, за мной. Садись. Быстрее, за мной, что за вот все время поймали. Пока вы там. А я сам так вспомнил, куда надо добежать. Ладно, пошли, давай, иди ты первый. Иди ты. Я не пойду. А ты едешь задницей, за хрен протиснешься. Первая. Вот, все, смотри. Я сейчас здесь в натуре один останусь. Ага. Да сливайся. Это же морпех. Должно быть он с сулаком. Ты меня вперед пускаешь, да? Конечно. Представь, что ты в одного и все. Включать, да? Да, да, конечно. О, Серега пришел. Веселее сейчас будет. Меня переварили и выплюнули. О, Вик, у тебя даже крылышки сзади. Какие крылышки? Да, на броне. Это этот сидит чужой. Кровавые. А, вот это наши чуваки любимые. На движение реагирует. Я подъебу сейчас его. Наткнулся. А можно? Подъеби. Уинтер, не спеши. Насколько я понимаю, они идут на звук. Если тварь близко, замри и подожди, пока она не уйдет. Вот он, специальный глянь. Задоривает их. А я здесь специально сливаюсь. Давайте за мной, пока тут очистил путь, да, пока нормально. И сам иди, мы тут как-нибудь сами справимся. И в ту сторону, пока говорит, молчат. Короче, я бежал, тут нормально все. Да. Ну, в общем, да. Ладно. А когда он тебе такой подбегает, ты нюхает, это вообще ништяк такой. Молчи, серый, блин. Ты вот самое интересное рассказываешь. Я сзади всех. Давай, если что, тебя съедят, я пробегу. Мигающий свет прям вообще отлично. Ой-ой-ой-ой. Ну давай, тут очередь.
авиационная чебурашка. Это суицидники, короче. Топ и взорвался. Так а нахрена ты на нас ведешь их? Да, у меня осталось чуть-чуть совсем жизни. А, у меня, да, крайняя полоска тоже. Да все, ладно. Тут не будешь сильно дергаться и нормально все. Как охота обойму всадить, да, у него? Почему они такие окаменевшие? Так хрен знает, человек, кто это такие, Серега. Знаешь, по-моему, нет в сюжетке, да, то есть там. Фильме не было. Вообще их таких никогда не было. Да есть вообще понапридумывали много. Те же плевуны. Да, кстати. Плевуны были в этой. Где? Я не помню. Они... Они, по-моему, там кислотой просто их когда ранят, кислота попадала. А чтоб они плевались? Ну да. А чтоб плевались? Я не помню. Какой-то в такой в воде, блин. И так я дал с контрольным точком куда-нибудь сбыл. Такой этот. А вот ты иди. Судя по лестнице, вот там надо туда. Такие вообще чуть темные ходят. Ну да, там что-то надо подпитать. Серый, ну нафига, вот в самый этот неподходящий момент и пошел. Блин, вперед ее вел. Твою мать, ты не сказал, что эти ребята взрываются? Они взорвались. Да, полное дерьмо. Они такие типа, ой, что это за шум? А потом вдруг все повзрывались нахер. Ой, что это за шум? Они типа такие, ой, что это за шум? Вон по правой стороне мигает. Вон где этот чудо вышел. Да, поспокойнее тут между ними ходить, да? Последний.
Не. А где он? Иди сюда. Отведи. А зачем он насос отключает? Не помню. Мимо этих тварей пройти, чтобы они нас напугали. Там опять этот дурак будет сейчас, да, с черепом? Ну и что сейчас делать? Да, прыгай. Эй, блин, пещера сейчас с тобой очутилась. Опа, смотри направо, посмотри. Сергей, как вам компания? Я отвлек. Ну ты отвлек, но мы-то эту хрень-то не отключили. Отключайте, где она? Она ж не возле. Ой, меня. Надо было перепрыгнуть. Она наверху, но... Так а чё вы не спрыгнули? Так мы здесь появились, блин, вместе с тобой. А-а-а. Всё, мы не пройдём? Да. Режь дверь. Они увидели, да? Опа, они вас увидели. Ой. Отлично, а ты выжил, да? Красавчик. Ну, я отвлеку их, да, блин, уйдите. Сейчас. Вот сейчас посмотри, вот будут от дырки съебываться. Смотри. Да сам такой. Поговорили. А то. Я еще ничего не слышу. Но звук-то на минимум. Это... А, вот мы за тобой, все. Что, я опять первый? Я всех спас, давай, вперед. Шагом, да? Пойдем. Йоп. Кто дергался? Кто? Я вообще не дергался. Я присел, не надо. Вот некогда было присаживаться, а постоять. Все сдохли, да? Да ну, блин.